Здравствуйте, здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами будем делать нашу трехточечную перспективу. У меня тут уже часть работы сделана, но мы вернемся к начальной работе. Но мы с вами сейчас пролистаем картинки, как велась наша работа. Здесь мы видим, что мы начинаем с фона. Сначала закрашиваем края, потом переходим к середине. В середине мы делаем черный круг. И от черного круга до желтого цвета мы ведем градацию цвета. Да. Ближе к черному кругу у нас получается темно-темно-зеленый, потом светлее, светлее, и плавно он переходит в желтый цвет. После того, как мы закончили с фоном, мы начинаем делать дома. Те дома, которые направлены в центр крышами, они у нас будут в синей гамме, контрастной, желтому цвету. А дома, которые идут в другом направлении, мы с вами делаем в оранжевом цвете. Напоминаю, то есть у нас с вами работа ведется в противоположных цветах и в близких друг к другу цветах. Получается оранжевый, желтый и противоположные цвета желтый и синий. И продолжаем нашу работу. Стараемся где-то в оттенке добавлять черный цвет, желтый. Смотрите, еще такой момент. Вот эти вот грани, да, должны все равно отличаться друг от друга. То есть у вас не будет такого, что у вас две грани одинакового цвета будут. Иначе у вас дом сольется, правильно? Соответственно, вам надо будет сделать одну грань светлее, а другую потемнее. Сильно контрастное не делаем, делаем плавные переходы. И потом ближе к низу мы добавляем к оранжевому более темный цвет. Это может быть черный. Вот это здание, видите, у меня синим цветом. Я сначала думала в синей гамме сделать, но мы его с вами переделаем. Старайтесь все белые места закрашивать. Желтый, видите, при смешении с черным дает даже вот оранжевый, да, зеленый оттенок. Стараемся кверху делать светлее, а к низу темнее. И продолжаем потихоньку закрашивать все здания, ведя работу от темного к светлому. Здания, которые у нас уходят в точку, да, то есть вот здесь вот у них основание, здесь вершина, они у нас синего цвета. Здания, которые идут из точки, да, из глубины сюда, значит, они будут оранжевого цвета. Старайтесь гуашь брать как сметанку, не рисуйте водой. Сначала обвести, потом закрасить. Всем нам известная схема. Если видите, что два квадратика одинакового цвета, то стоит один сделать потемнее. Посмотрите, чтобы была чистая вода, чистая палитра. Берем белый с желтым цветом. И где-то окна у нас будет вот как раз такого оттенка. И прорисовываем окошки. Только смотрите, делаем это правильно, да? Все направление окон вы должны соблюдать. То есть если вот тут окна идут в этом направлении, то тут идут они вот в этом, да? То есть последующие окна ниже, чем первое окно. Вот этот вот момент внимательно. Продолжаем активно делать окошки. Смотрите, если у вас окна стали большими,
то, естественно, вы их стараетесь делать квадратными, да, то есть точечки, ну, нас немножко не устраивают. Поэтому точечки могут быть вот тут вот вдалеке, а там, где повыше, вы уже стараетесь прорисовывать прямоугольнички, да. И именно опять законы у нас идут линейные перспективы, их старайтесь соблюдать. Если вам сложно, то вернитесь к первому видео, посмотрите, как мы это все делали, все получилось гармонично и красиво. И не было такого, что у вас здание разваливается, потому что вы что-то там плохо простроили. Главное все делать ровно. Можно нарисовать самолет. Вот, допустим, здесь у меня остается место, и у меня вот тут вот будет лететь самолет. И вот здесь у меня тоже вдалеке будет лететь самолет. Берем кисточку. Там, где на темном, у меня самолет будет светлый. Там, где желтый фон, у меня будет потемнее самолет. Я беру синий, смешиваю с черным и вырисовываю самолет. И можно от него след сделать. Вот такой вот урок у нас получился. Приятно было с вами рисовать. Будьте внимательны, пересматривайте какие-то моменты. Пока-пока!